И снова здравствуйте, с вами Назар. Мы продолжаем играть в Европу Универсали с целью выполнить ачивку вокруг света за 80 лет. Итак, не прошло пару месяцев даже, Арагон начал новую войну. Боже, тут ишки, они такие, не знаю, задалбывающие, как бы это сказать. Короче, начал он войну против ордена госпитальеров, которых основно уже выгнали из Родуса. Им тут по ивенту даются Мальта, Мальтийский остров. Вот, Арагон на него напал, госпитальер был в Венецианской вот этой вот всей, как он там, торговая лига, это оборонительный союз. В общем, я согласился, у меня есть тут некий план. Высадиться сюда, на Мальту, ее взять, и высадить десант на Крит. А я вообще могу? А, я не могу Крит. Ну, супер. План провалился только. Только начался, а уже провалился. А что если... А, он тут только здесь есть, да? Придется брать госпитальеров и что, завершать войну, просто их выбивать, аннексить. Придется так делать. Либо я не знаю. Ведь ты сюда не дотягиваешься. Вот было бы у меня ЦУ-то, я бы, думаю, дотянулся, наверное. Эй, блин. Проблема начального периода игры, то, что ты не можешь дотянуться на большие расстояния. Вот, я сюда даже свел весь свой флот, так как, ну, сами знаете, какой флот у венецианцев. Так, берем пол армии, два осады, пусть она восстановится. Я надеюсь, что я успею быстрее, чем Арагон. Деньги идут, конечно, в минус. Много тратим на снижение коррупции из-за большого сверхрасширения. Земцы, ясно. Так, блин, мне нужна просто прорва админ очков, дип очков. И португальскую культуру нужно взять и тут закрыть, чтобы можно было здесь дело отворить. Но тут особо не надо, тут мы сейчас фабрикуем через соседнюю пробку. Тут, в принципе, тоже можно было бы так сделать, там, этих 200 дней. Но можно и так сделать. Правда, тут придется воевать со всякими иракезами и прочими товарищами краснокожими. Тут капает. А, блин, все. Он уже высадился. Блин. Че ж не хватает? Как увеличить? Да никак. У меня уже есть увеличение дистанции. Следующая там на 7-м уровне, мы только 5-й сможем взять. Тут оно под Рагузу отошло. Тут он потерял все провы, венецианец. Походу даже можно не рыпаться. Он отсюда не уйдет. Если бы это была такая обычная прова на, ну, по континенте, он бы тут себе бегал. Ну, значит, нет смысла никуда идти. Так, с кем мы воюем? Ага, ну, тут, в принципе, все нормально. Тут тоже не дотягиваюсь. А может, в Италии... Ну, тут империя. Рим, понятное дело, что не возьму. Сюда не дотягиваюсь. Твою мать. Вообще никуда не дотягиваюсь. Ну, Сиена единственный вариант. Но это испортит отношения с австрийцем. Разве что в союзе. Ах, хотя как? Со союзе, если война идет.
Ну, пробовать только на Сиену, разве что. Больше я не вижу вариантов. Но прикол в том, что я не замирюсь с Госпитальером за Сиену, так как не будет тут счета хватать. Да не, так как-то нужно по-другому. А тут, в принципе, через мамлюка будет нормально. Тут, видите, я вот сюда достаю. То есть вот тут почти достаю. А тут тоже можно считать, что почти. А вот сюда тут еще хватит той дистанции, которую возьмем на 7 уровне. Там плюс 115. То есть у нас есть 330, это 440 где-то. Типа должно хватать. Ну, конечно, бонусы тут еще учитываются. Ну, я думаю, хватит. Но если не хватит, придется две войны. Бляха, ну... Тут было бы просто идеально. И казус белли можно было бы нафабриковать. И дистанция. Это было бы просто... Ма! А Венецию хрен вытащишь как-то. Разве что тоже без казус белли нападать на нее. Сербия. Ну, я не дотянусь до этих стран. Ладно, хрен с ними, не буду ничего делать. Так. Торговцы. Значит, торговли. В Ла-Манше. Вот эти корабли. На консервацию. Пацаны на тренировку. В качалку. Так я их вот сюда отведу. Пьяный исследователь. Ну, бывает. Так, дворец. Легитимность на 20. Легитимность у нас есть. Престиж 10. Ради таких денег нет. Спасибо, не надо. Хорошая земля. Ну да. Блин, я начал... Я бы даже эту серию не начинал. Ну, раз начал, ну, так пусть будет. А, тут у нас есть генерал. Все, врубаем пятую скорость. Че нам молодым, не женатым, правильно? Правильно. Проходится. Хорошо. Он даже докидывает тут войск. Ну да, теперь... И поумнел. Теперь он умеет в осады островов. Ну так пока ждем на восстание. Угу. Томунд, Британь. А тут проще через Британь напасть. И позвать француза. И захватить заодно Томунд. А войска можно, в принципе, перевести сюда. И тут уже против Кичи. Претензия уже есть. Ну да. Так, где мы там кораблики транспортные? Только вот сколько перевозить? Тут должно быть восстание. О. Так, что берем? Влияние агрессивки. Ну, в принципе, тут коалиции не будет. Я много не буду захватывать. Это не надо. Это просто немножко бонусов. Ну, будет. Там, я там знаю. Пригодится. Так, сколько будет восстание португальское? Ого. Тут сколько не забери. Все равно придется возвращать. Так что я заберу всех. Кроме кавалерии. Не, 4 кавы возьму. Вот так. Немного странно. Ничего. И вы, пацаны, давай сюда.
ладно, ладно, ладно. Сейчас француз позовет против Бургундии. Сейчас увидите. Ну, сейчас он не позовет, так как я воюю. А когда закончится эта война, а то позовет сразу. Француз он такой. Блин, португальцы уже восстают. А где корабли? Корабли уже приплыли. Ёлки-палки. Да нет, сначала надо дождаться восстания. Назад. Блин, только рекрутов потерял. Хотя рекрутов под лимит. Какой лимит? 50. Отлично. Ой, это флот. 46. Нормально. Блин, не садилась тебе Арагон. Ну ничего, тут крепость была включена. 26 тысяч, да, 28. Давайте еще два пехотинца возьмем. Тут он, в принципе, не возьмет эту провку. Так, 30к. Берем вот этого мужичка, у него два шока. Интересно, вот то, что у меня, например, армия тренирована, муштрована, оно как-то влияет. По идее, должно влиять. А где, как посмотреть? Ну да, вот есть бонус по 1.7. А у него этого бонуса нету. Это хорошо, это в принципе логично и это правильно. И это для игроков будет очень хорошо, так как под конец эти восстания задалбывают. И ты сражаешься против этих повстанцев, будто бы против какой-то профессиональной армии. Так, там по 10 тысяч. У меня есть тут 30, да? Сейчас, надо подумать. Тараску Шкипчи. Ну, это куда-то... Ага, Шкипчи тут. Ну, тут второй уровень. Я думаю, 15 плюс 2000. Плюс 1000 одну оставим. Должно хватить. И туда 15 заберем. А, там один. Ну да, 15, короче, забираем. Ой. Так. Это пусть просто отойдет. Так, берем 4 этих. Берем вот так. Это есть 15. Отлично. Садим на грузовики. Погнали сюда. Так, тем временем фабрикуем на португальские. Остаточные проволочки. Да, 83. Ясно. Или принять уже португальскую культуру, а потом дозакрыть. Ну, в принципе, да. Я все равно сначала повоюю в Южной Америке, а потом тут. Кстати, могут свалить, они увидите, они туда-сюда бегают. Но там есть, конечно, кулдаун. Я не знаю, сколько он длится. Я там играл один раз так, чисто для себя. Помню, на Новый год. Или на Рождество это было. Короче. Сидел и играл за индейцев. Что-то так захотелось мне тогда. Не, вроде Рождество это было. Так, сюда, сюда, сюда. Ну, галочки ставить не буду, их хрен его знает, что там есть. Вообще, наверное, возьму только тут пока. Посмотрю, как оно, что там.
И тут, короче, надо будет нанять еще три корабля. Потому что эти, что у меня есть, они вот тут не пройдут никак. Корабли пусть стоят. Вообще, можно их выставить тут на блокаду, хотя зачем? Вот сюда можно. А нет, тут слишком далеко. Так, генералиссимус. Вот этот. Объявить войну. Шкипче Тараску, да? Это тоже какие-то другие пошли. Тотонаки. Значит, пока так. Пока мир меня ведь ничего не надо, вроде как. Да вроде как не надо. Хрен его знает. Когда объявлю войну, тогда я пойму, надо или не надо. Так, Олбанию выбили. А чё я постоянно выбираю? Экспедицию убирай. Но, к сожалению, не успели его догнать. Флоренция, военный союз с нашим Сиеной. Хорошо. Как скажешь, дорогой, как скажешь. Ты иди сюда. Ты иди сюда. Так, тут, наверное, надо четвертую скорость все-таки включить. Хорошо. Ну как там Африка? Ты уже заколонилась? О, как она долго колонится. Ты не пройдешь. Так, тут у нас что? Тут у нас холмики. И тут нам надо 9000. Не 9, а 10. Обычно надо. И что, я хотел принимать или сюда? Ну, давай сначала примем португальцев в лоно нашей империи. Так, и что там? Как и было, 46. Наверное, надо подождать немножечко. Так, и дальше отправляем шпиона сюда. Тут мы фабрикуем что угодно и отзываем его домой. Войска стоят. Так, две недостающие пробки тоже уже заколонены, закорены. А, военный налог. Блин, забываю. Могли бы сделать напоминалку, что у вас бесплатный военный налог. Хотите ли вы его использовать? Так, компания нового света надо бы пересделать. Пересделать, да. Супер слово пересделать. Так, а что у нас тут? Можно взять соточку админки. А нужна она нам, та админка. Я даже не знаю. Не, ну вот это можно сделать. Стоимость стаби... А, ну вот за папу. Пусть себе капают. Ну, тут можно пожертвовать, конечно, соточку. Ну, это такое. Пусть будет пока так, наверное. Дома сидим. Томонт. Абритань. Ой, я забыл тут привезти еще пацанов. Томбанда не хочется воевать, он там тоже в торговой лиге. А не,
Он уже не в торговой лиге. А, у меня Квест Белли нету, вот дурак. А тут? Тут еще перемирие. Да ёшкин кот. Сейчас вступит какую-то. Пока мы будем сопли жевать. Все, больше нечего исследовать. А, не есть. А, кровосветка. Кровосветка это нам не надо. Так, это что? Ну, пока 198. Короче, вложим в очки в развитие. Текст. Тут у нас распространение институтов. Как у нас вообще по этим институтам? О, кстати, можно будет внедрить уже скоро. Норфолк. Ну, давай вот тут. Тут дорого. Тут болото. А тут он так недалеко осталось. 2, 3. Сюда. Сюда можно. Единичку. Сюда можно. Ты дыщ. Все равно некуда эти девать. А, рекорды там понадобятся. 46. Как и было, что-то не помогло то, что мы португальцев признали. Кстати, португальцы. Ты дыщ. Еще у нас Уту, наверное. Угу. Че там, кто там? Сейчас. Отдадим вам пророчку. Допустим, вот эту. Медленно растет. Еще тропический климат. Ну что, поехали дальше. Тиронские. Окей. Там войска стоят. Тирин. Слушайте, 5,2. А не, он только 1,5 может сбить. Ладно, стой тут. Хотя чё, пусть станет там. Леса. Скандинавию что-то не хочется вообще лезть. Так, закрываем, наковайте. Сейчас нужно будет сфабриковать. Я ведь туда смогу сфабриковать, да? Наверное, смогу. Угу. Француз в одиночку англичанина запилил. Ладно. Блин, как они же не тут атакуют постоянно. Нет, их все-таки надо было вырезать, это бы дешевле обошлось. Правда, 80 очков. Но все равно нигде отдевать их. Так, что там, Кичи? С кем мы воюем? Колима, Тараску и Шкипчи. Ой. Тут крепости. Тут что-то не особо хочется идти. Сюда. Сюда надо вот этого мужичка оставить. Стой. Вообще можно вот так пройтись, конечно. А куда он вернется, если тут все оккупировано?
тьму у него вообще этот. А он то. Ах ты хитрожопый какой. 6 шока. Алкоголик. Ну куда? А, блин, он тут он сейчас вот сюда пойдет. Не-не-не. Опасно. Куда идешь? Миксы. Дождемся. И проатакуем. Ты быстрый олень. Да, 6 шока. Это, конечно, дикий генерал. Но начало это просто дичь. Самое настоящее. Так, между тем. Чё там, Бретонь? Ладно. Бретонь так Бретонь. А у него тут столица. Блин, хреново. Еще и готовится. Парень не подозревает, что его ждет. Эта тварь свалила. Он сюда свалил. Вот ведь пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Хрен с тобой. Ты меня задолбал, я тебя уничтожу. Тут так и воюют. Кстати. А, не, захватит. Неаполем причем. Причем не... Слушайте, может они сейчас и проиграют. Хотя 27%. Столица то захвачена. Так, ну чё, погнали сюда. Он понял, короче, что его ждет. А, Британия хочет. Ну и зашибись. Нафиг надо, как говорится. Ну и чё делать дальше? Нас с этим Манхэттеном долбаным. Вау, это что такое? 3-6-5-2, откуда? Как? Почему? Нет, ты иди просто сюда. Ой, мы будем долго воевать, конечно. Ой-о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 й
Сколько стоимость? 1048. Это дороговато как-то. Ну, короче, собираем деньги, чтобы внедрить эту хрень. О, у тебя еще тут крепость есть. Это твою же мать. Не, я не хочу эту крепость брать. Иди ты в жопу. Я лучше обойду. Сколько прибыль? Что? Откуда? И прочие все. Не понял. Откуда столько денег-то? Типа от Португалии? Фига себе. Нормально. В смысле, этот может, этот не может. Чё за бред? Теперь оба могут. И что, может не брать все-таки столько? Хотя оно должно считаться отсюда. Вот, отсюда пойдем. Вот тут этот полуостров такой длинный. Здесь я ничего не смогу взять. Сначала тут надо будет закорить. 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что, брать 4, а потом дождаться сюда? Построим корабли, пока оно тут сделается. Раз, два, три, четыре. Не хочет.
Ясно. Так, тут надо 3000. Что наши арагонские друзья не особо воюют. Блин, чуть-чуть, бляха, меньше 10 осталось. 8 километров. 8 долбанных километров. И зараза, никто не идет, не отбивает здесь. Я бы еще вернулся, еще бы осадил. Может быть, что-то получилось. Но это не факт. Так, влияние, священники. Такс. Да, ввести. Сразу надо предлагать. А то тут склерозники играют, забиваются. Все дипки. Не, спасибо, не надо. Так, дипкой поднимаем техи. Это вопрос-то... Да не, я бы тут хотел взять репарации. Но тут есть золото. Есть. Золотишко у него есть. Капусть лутает. Там посмотрим. Так. Так. Сначала пареньков выводим сюда, чтобы не получить черную метку. Блин, опять атакуют. Боже, хорошо, что эти на меня не идут. Так, нужно принимать сейчас, потом, пока рановато. Так, сейчас 40%. Ну, в принципе, скоро можно открыть, блин. Мне дипку тоже надо вкачивать по технологиям. Мне сейчас нет смысла открывать и начинать экспансию. Что нам эта экспансия дает? Ну, кроме возможности казус белли фабриковать. Еще колонист, которого отправить некуда. Купец. Ну, 10 поселенцев. Это бесполезная хрень, это не бесполезные, это бесполезные. Ну, это нормально. Это нормально. Ну, бесполезные в моем случае. Например, плюс дип отношениям. Если вы на захват мира играете, то это хорошая штука. А так. Кстати, 50 лет осталось. Ну тут хотя бы до поселенцев дойти. А вот это уже потом, когда мы выйдем в Индийский океан. Так, Тараску. Видите, нельзя вообще ничего брать. Даже если его тут захвачу, все равно нельзя. Тут. Вы поняли. Давай деньжат. В принципе, остальное нас не колышет. Так, ты, парень, иди сюда. Может, он уже захочет? Он уже хочет. Ну все, я не вижу смысла его мучить. Можно, конечно, пойти сюда, вот это садить, тоже взять репарации. Но у меня вроде... Вроде с деньгами проблем больших нету. Так, союзы пусть там будут, а то тебя тут разорвут на части сейчас. Так, а знаете что? Я сделаю чуть-чуть по-другому. Текс. Вот вы оба.
Берите этого мужичка и идите, будете вот тут гулять. Я вас сам вручную буду водить. Так, тем временем. А, ну да. Ну да. Так, значит, ты иди пока сюда. Постой. Мужичок сначала этих выведет отсюда. Так, эту хрень. Ой, тут еще не на, нельзя. Что там дальше? 597. А сколько осталось тут по пробкам? Это, наверное, еще долго. Ну ведь если я открою админку или военку, у меня опять будет разрыв, и опять придется за коррупцию платить. Вот в чем прикол. Мне сейчас выгодно наоборот сидеть вот в этой хрени. Ну, типа быть отсталым. Да-да-да, рост коррупции, все дела. Ой, на Португалию там на. Ну, скорее всего, что он потеряет, конечно. Но я сделаю, вдруг. Все, в принципе, хватит. Не, ну можно тут, но тут уже, наверное, дико дорого. 35. Ой, да неужели? Наконец-то. Так, ты сразу исследование. Дальше. Это что такое? Ага. Ну, давай отправим. Почему бы и нет? Так, тихо, и куда-то залетел мне туда. Ну и пока вот это уберем. А, нельзя корабли строить, пока не национализировано. Ой, короче, это будет долго. Долгая история с этим Сан-Франциско. Все, тут мужичок этот не нужен. А если так? Если он сейчас откроет, то будет нормально. Конечно. Так, это вот сюда. Дальше. И куда лучше, на островок или сюда? 5000 ноль. Хватит ли дистанции вот сюда? Ну, отсюда точно хватит. А отсюда 229. 290. По идее, этот ближе сюда. Значит, этот типа дальше. И сюда будет лучше, что ли. Хер его знает. А тут сколько не хватает, а тут до хрена не хватает. Ладно, отправим его сюда. Как его знать, с этой Еленой Святой. Так, надо бы здесь закончить войну. Или подержать его. Чтобы, типа, больше было времени, когда у нас будет возможность держать военный налог. Потому что, ну, вот эта война, ну, хрен его знает. Сколько она продлится. Уже 5 лет она идет. Ладно, пока не буду здесь завершать войну. Просто выведу войска. Так, транспортники идут сюда. Этих ребят перевезут. Дальше. Этих ребят мы сейчас тут перевезем туда. Блин, ты коты вы такие... нехорошие индейцы, что я прям не знаю.
А, надо было сюда, наверное. А, не-не-не, надо туда, туда, именно туда идти. Все, я правильно сделал. Так, сейчас, что? Не, все равно не получил. Короче, надо этих выводить на свою территорию. Сейчас, все будет. Успеешь. Успеет. Отлично. Ой, блин, тут опять уже лимит. Сейчас. Мы просто вкачаем пробочки. 41, 70. Блин, сбилось. 44, 29, 53, 60, 53, 26, 27, 20, 13, 30, 22, 20. Тут принято. 14. Ну, короче, вот тут надо качать. Еще и недорого. Раз, два, три. Пусть будет так. Этих добиваем. Нормально. Так, это убираем. Эти пацаны приехали. Нет, тут надо сначала, наверное, высадиться сюда, хотя хрен его знает. Ну, они просто убегут слишком быстро. Сначала высадимся. Так, корабли пока на ремонт. Вот так. Тебе этого мужичка. Дуй вот сюда. Вот я поведу за ручку. Я знаю, что есть там автоматически. Знаю, ребята. Не первый день играю. Галочки никакие ставить не будем. Ибо черт его знает. А где этот сосхуя ханок? Это не ирокез. А, он, наверное, просто не уступил еще. Погнали сюда. Успеваем. Да ты что вообще? Тут. А, блин, не успеваем. Но можно погнаться. Пока они там. Еще нет. Папу выбили. Не, мы тут не успеем, он свалит. Черт знает, куда его он свалит. Ладно, начнем с этой пока пробки. На этом прощаюсь. Встретимся уже в следующей серии. Вот, так что всем спасибо за внимание. Всем пока.